Уважаемые любители, континентальная футбольная лига снова вас приветствует. И сейчас у нас произойдет награждение за первый тур. Награждаем вратаря, попавшего в символическую сборную. Это Ллойд Мертенс, вратаря Брюссель Юнайтед. Зададим ему пару вопросов. Ллойд Мертенс, как ты попал в эту команду и как тебе турнир в целом? How did you get into this team and how do you like the tournament in general? Well, yeah, actually it's our captain Jawad that invited me. I know him from my team in Belgium. And really the tournament is really, really well organized. I think with three pitches, an atmosphere like this on the first pitch, so it's really an organized tournament. I'm happy to be here. Он попал в команду благодаря его капитану, и он говорит о том, что он играет с ними в Бельгии, и турнир ему очень нравится, атмосфера, три поля, это потрясающе. Ллойд, ты вчера провел замечательный матч, можно сказать, выдающийся. Вытащил просто кучу стопроцентных моментов в свои ворота. Что ты можешь сказать про свою вчерашнюю игру и про свою карьеру футболиста в целом? Well, yeah, actually I just play at local level in Belgium, but I like to play on smaller goals because otherwise, you know, I'm not that tall, so it's difficult for me in big goals and in small goals I have the reflexes and it suits me better. Он говорит о том, что он играет, к сожалению, только на локальном уровне в Бельгии. Он предпочитает мини-футбол и футбол с небольшими воротами, потому что он небольшого роста, и для него это, безусловно, одно из наибольших преимуществ. Ллойд, ну, тем не менее, несмотря на то, что ты больше любишь мини-футбол и ворота поменьше, и площадку поменьше, оргкомитетом турнира и конкретно техническим спонсором компании 1xbet тебе вручается приз за звание лучшего вратаря первого тура континентальной футбольной лиги. Поздравляю тебя! He would like to say, он хочет сказать спасибо за награждение и хочет поблагодарить за организацию. Спасибо, Ллойд! Thank you.